студия «Бородист». Дорогие друзья, сегодня знаменательный праздничный день, корпоратив славной компании. Студия «Бородист». И название этой компании, я думаю, что вы наверняка все знаете, оно на слуху. Потому что компания «Рога и копыта» самая лучшая в своем деле и во всей России. Студия мне когда сказали, что у них корпоратив, я подумал, это еще что такое? Это зачем? Что у нас, праздников мало, что ли? Студия. Чтобы за столом посидеть. Но когда я узнал, что они занимаются разведением скота, я сразу же понял, такой праздник нам нужен. Студия. Потому что очень важно, когда люди занимаются делом, а тем более серьезным, важно как следует отдохнуть. И, возможно, студия даже сильно парадист. Отдохнуть. Чтобы с новыми силами идти вперед, нужно как-то остановиться раз студия в году. Парадист. Вспомнить, что нужно как следует отдыхать для того, чтобы в новом году вырастить как можно больше крупного и мелкорогатого скота. Бородист. А что касается налогообложения, если я увижу ваш рост, бородист, возможно, даже может в следующем году, поднимем вам налоги. И в два раза. Потому что должен быть стимул для того, чтобы приносить пользу государству и народу. Студия «Бородист». На этой оптимистичной ноте хочу откланяться перед вами. Всех с наступающим студия Новым Бородист. Годом. Поздравляю вас. Всего самого доброго. Успехов.